Консультативное заключение по МРТ кишечника, МР-энтерографии пациентки 1951 года рождения, выполненного 18 января 2019 года, профессором Холлиным Александром Васильевичем, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования, Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова, Санкт-Петербург. На серии гидро-МРТ кишечника до и после введения контрастного вещества получены следующие данные. Визуализированы лишь некоторые участки тонкого кишечника, в частности терминальный отдел подвздошной кишки и баугенева заслонка. Утолщение стенок, язв и структур этих отделов не определяется. Толстый кишечник исследован методом двойного контрастирования. Толстый кишечник прослеживается на всем протяжении. Все отделы отчетливо прослеживаются, стенка не нарушена, не утолщена. Гаустрация сохранена. Образование не выявлено, прямая кишка не изменена. Заключение. МРТ признаков поражения толстого кишечника и видимой части тонкого не выявлено.